На перекрестках Ульяновска постепенно устанавливают перильные ограждения. Как к этому относятся автолюбители, сейчас узнаем. Очень правильно сделают. Очень правильно. А почему? Ну, потому что люди не соблюдают правила. Пешеходный переход далеко, могут перебежать, поэтому правильно все сделают. Все равно, есть они или нет. Кому-то, если они, не знаю, чтобы дорогу, наверное, не перебегали люди, как бы, чтобы... Переходили по пешеходному переходу, наверное, даже это лучше, наверное. Ну, это мое чисто мнение. А водителям, чем оно может мешать? Наверное, нужно, чтобы люди не вываливались на дорогу, как попало, и все. Ну, везде, в других городах, вот я часто бываю, в Казани, везде они есть. Мы последние делаем такие вещи. Ну, наверное, нет, потому что аварийные ситуации возникают, видите, и машина может, грубо говоря, машина разобьется, и защищать-то они толком не защищают никого. Нужны. Зачем? Безопасность движения, чтобы пешеходный переход в положенном месте переходили. С одной стороны, они не мешают то, что люди не перебегают, где хотят, а так смысла нет. Ладно, некуда мне, я поехал. Но однозначно, если это какие-то дополнительные заборы, то значит, их должны очищать надлежащим образом, потому что что у нас, как правило, происходит? Если у нас останавливается где-то ограждение, но снегоуборочная техника у нас работает, ну, сами знаете как, и в результате занесет снегом, и будет очень неприятное ДТП однозначно, а вина будет на водителе, и, соответственно, расход на автовладельца ложится, потому что он сам будет виноват в том, что, в принципе, он не заметил в силу природных условий. С одной стороны, хорошо, с другой, плохо. Это... Заборы. Ну, то, что машины не заезжают дальше, проезжая часть, это хорошо. А с другой стороны, вот так вот, нужен момент будет заехать, как аварийная ситуация может случиться и так далее. Поэтому тут двояко. Ну, я сейчас, конечно, вот я вот вышла, я пойду к светофору по проезжей части, около вдоль машины, вот. Не знаю, с точки зрения, это безопасно, небезопасно. Внешнему виду эти заборы не мешают, а как водителю очень удобно, что пешеходы не бегают там, где не положено.